Ну что, скорую вызвала? Мне сказали, раз он уже труп, приезжать особого смысла нет. Увижу на Фейсбуке. В Фейсбуке? Даешь Снэпчат. Что у нас, час 30? День карьеры. Только не опоздай. А это кто? Учитель музыки. Я не понял, он что, курит? На территории школы курить запрещено. Бывают дни плохие. Ты спишь с секретаршей. Здравствуй, Дэниел. Боб звонил. Хочет со мной пообедать. Мой муж Боб? Да. Хочет пообедать с тобой? Да. Только без глютена. Ты уволен. Что? Ты уволен. Бывают еще хуже. Есть лишний карандаш? Да, сейчас. Эй, новенькие. Сколько вы уже с женой вместе? 7 лет. Вы бы сказали, что она для вас дороже всего? Под дулом пистолета? Да. А бывают ужасные. О боже, знаю, мы его сегодня утром нашли у навозной кучи. Он 10 лет школу убирал, а мы даже имени его не знаем. Его звали Кевин. Кевин? Я ждал что-то более односложного. Монументально ужасные. Слушай, пофиг, в каком направлении ты идешь. Главное, дойти до класса. Фильм «Джуди Грир». Это отдел кадров. Официально я не психолог, зато я официальный друг. У дочки в школе сейчас день карьеры. Я бы не стал говорить, что тебя уволили. В следующий раз, перед тем, как труп трогать, не забудьте спросить разрешение. Надеюсь, следующего раза не будет. Дамочка, не зарекайтесь. Когда теряешь все, что остается? Это вопрос с подвохом? Родители подъехали. Потащим жмура на улицу в разгар дня карьеры? Папа говорит, заниматься надо любимым делом. И чем он занимается? Он бухгалтер. Врет он все, этот твой бухгалтер. Опа, лотерейный билет. Я выиграл еще билетик. Это не считается. Что значит не считается? Коман, Элисон Дженни, Брэдли Уитфорд, Роб Ригл, Андерс Холм, Сторм Рейд, Кэти Холмс, Джон Чо, Кумейл Нанджиани, Дженнифер Гарнер. Пессимизм ведет к нигилизму, а нигилизм ведет к принятию. Рано или поздно все там будем. Чего тебе? А можно в туалет? Происшествие монументального масштаба.